Для молодого человека сегодня церковь остается чем-то из рода неизведанного, непонятного и странного. Церковь. А какие ассоциации с этим словом в твоей голове? Как ты относишься к церкви? Какую роль церковь играет в твоей жизни? Ну, наверное, церковь – это место, куда я могу прийти и отдохнуть душевно, попросить прощения за все, что я сделала, и Господь дарует мне мир. Ну, церковь – это то место, которое воспитывает меня и помогает мне развиваться в обществе. Беседка в Ацаме есть у фамилии Карима Примешти, и у беседка Мазидешти «Н характер». Ну, церковь, мне кажется, для каждого человека им играет важную роль, особенно для христианина. Потому что если не было бы церкви, мне кажется, человечество вообще бы погибло. А беседка – роль для социализации, для креау фамилии. Церковь играет в моей жизни одну из главных ролей. Она действительно значит для меня не просто здание, что-то больше. Что ты получаешь от того, что посещаешь церковь, а что отдаешь? Ну, наверное, свой талант я отдаю, потому что служение какое-то в церкви совершаю, а получаю вот спокойствие, которое, не знаю, отдых, может быть. Ну, посещая церковь, я получаю благословение и многие знания. Отдаю свой, как сказать, свои старания и то, что я могу делать для церкви и для людей, которые ее посещают. Например, к драгости, дюпилды. И он тем саптамыне лукрез, что кен штюк о паре винеря, дискидеря сабатулу, ю сам фуарте букуроз, день кауза к мантанескам приморанд, куду мне зел. Deci eu la biserică sunt responsabil pentru exploratori, mă ocup cu exploratorii și eu primesc ajutor foarte moral de la biserică. Помнишь свое знакомство с церковью? Какое было твое первое впечатление? Ну, я родилась в церкви, у меня родители ходили в церковь, и я как бы ну, с маленького... с детства какие-то. Впечатление, все время мама вовлекала меня в служение, я участвовала в сценках, и мне все время было интересно, когда будет уже следующий праздник, например, жатва, чтобы я могла что-то сказать, чтобы я тоже могла бы как-то Бога прославить. Ну, скажем так, воспоминания, даже те, которые остались, остались очень приятные. Am fost în centru copiilor și mi-a plăcut, erau foarte interesante temele biblice și m-a atrăgea întotdeauna că era foarte interesant. Впечатление очень хорошее, потому что только положительно влияет на нас. Мам батизат ел анул трекутен август, 20 август, дар ку Иисус ам покуновченцу мульт майте мульт, он два ерам класса трея, аста фост дажау, ми сон торс вяца тотал. Și au fost niște emoții care nu pot să le redau, dar am început să îmi schimb părerea despre oameni, adică am început cumva să-i privesc în alt mod, da? Церковь для меня это то место и то общество, где я еще с раннего с детства обрел такое место, где нахожу себе покой, понимание, обретаю для себя помощь. И не просто помощь как бы повседневной жизни, а именно в том плане, что с детства у меня было такое ощущение и понимание того, что мне нужен кто-то, кто мог бы дать мне больше или ответить мне на те вопросы, на которые люди не могут ответить. И родители научили меня и показали мне, что это Бог. Поэтому, когда я с самого детства посещал церковь, родители привили мне эту привычку и любовь к церкви. Я понял, что именно Бог, Он тот, кто отвечает на мои вопросы, тот, кто может дать мне как бы, уверенность в будущем. Бог – это тот, который может повести за собой в самом лучшем направлении как бы, в жизни и дать благословение, дать счастье, дать просто удовольствие от жизни, жизни с Богом. Друзья, настало время задуматься, а какое место церковь занимает в вашей жизни?